10-й международный конгресс нейрореабилитация 2018, сосудистые заболевания мозга и сердца, медицинская реабилитация прошел в конце мая, начале июня в Москве. В работе конгресса приняли участие 2400 специалистов в области медицинской нейрореабилитации. Это врачи, специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологи, нейрохирурги, нейрофизиологи, реаниматологи, кардиологи, физиотерапевты, клинические психологи, нейропсихологи, логопеды, дефектологи, травматологи, ортопеды, урологи, а также медицинские сестры из России, стран СНГ и Европы. Программа конгресса была посвящена как фундаментальным основам нейрореабилитации, так и новейшим технологиям диагностики и реабилитации, вопросам пластичности мозга и возможностям его восстановления при нейродегенеративных и сосудистых поражениях, ранней реабилитации при вегетативных состояниях. Отдельное внимание участники форума уделили преемственности нейрореабилитации больных с последствиями инсульта, психофизиологическим аспектам восстановления утраченных или измененных функций, реабилитационному потенциалу и управлению реабилитационным процессом, нейропсихологическим аспектам реабилитации, нейрореабилитации в педиатрической практике, депрессии, а также урологическим проблемам, которые сопровождают процесс нейрореабилитации. На конгрессе выступили представители крупнейших научно-исследовательских институтов, клиник, центров и отделений медицинской реабилитации из различных регионов России, Израиля, Великобритании, Испании и Чехии.